Мигранты из Узбекистана, содержащиеся в Центре временного содержания иностранных граждан по Самарской области, сообщили журналистам о том, что не могут уехать обратно на родину без разрешения Федеральной службы безопасности России. Возложены полномочия по выдворению иностранных граждан. Руководство ЦВСИК заявило Азадлику, что содержащиеся в центре узбекистанцы находятся под контролем российских спецслужб. По сообщениям правозащитников, в последнее время узбекские спецслужбы активизировали свою деятельность на территории РФ. Спецприемы. У меня там было возвращение на родину 3 раза, мне так и не отправили. 22-летний Дурбек, который второй месяц содержится в одном из центров временного содержания иностранных граждан в Самарской области, рассказал журналистам о том, что российские спецслужбы не разрешают ему уехать в Узбекистан. 10 октября меня вместе с другом задержали сотрудники ФСБ, увезли в отделение. Потом нас судили за нарушение миграционного законодательства России. Нас попросили подписать какие-то документы, после чего мы должны были в течение 10 дней покинуть страну. Мы подписали все бумаги, на руки нам надели наручники и увезли в город Тольятти. Месяц назад они отменили купленные нами билеты и заявили, что ФСБ не разрешает нам покинуть Россию. Они даже не объясняют, в чем наша вина. Мы с другом не совершили никаких тяжких преступлений, сказал Дурбек. Когда родился? 89 год. По его словам, сотрудники спецслужб задержали его и его друга на одной из улиц Самары, когда парни занимались продажей мелких товаров. Затем силовики обманным путем заставили парней подписать неизвестные документы.